Всем привет, чувачки, с вами Мелс Кэллос, со мной сегодня Полина. Всем привет. И сегодня мы с Полиной продолжаем наш летсплей по Майнкрафту. Угадайте, кто из нас Полина. О, кстати, у меня новый скин, мне Полина нарисовала новый скин, зацените, просто напишите в комментариях, как вам. Мне кажется, фишнебельно, просто красота. А ты покажи фишечку свою, покажи. А я не могу показать на F5. Короче, там секретик, так сказать, потом когда-нибудь где-то это увидите. В общем, сегодня мы с Полиной будем разбираться, что это вообще такое, что это за дети. У меня тут три черных мальчика. Они так и называются. И одна черная девочка. Так, ну-ка, открываем. Делаем белую. Мальчик. Все, у меня вроде бы весь пак есть детей. В общем, Полина, я разобрался немножечко, что это за мод. Это, оказывается, тут типа добавляет... Это жена. Вот. Не ты, а вот жена. Да, в смысле? Привет, моя роднуля. В смысле? Антон, я так не договаривалась. Сейчас, секундочку, я знаю, как тебе сделать мужа. У нас запрещено многоженство. А что, мужа можно сделать? Не знаю, стоп. А ты узнала, откуда она появилась? Да, ты, короче, тыкнула на жителя Эмеральдом, и помнишь, ты выбирала там woman, boy? Да. Вот это ты ее заспаунила. Сейчас я сделаю нам Эмеральд. Вот. Так, кого вы хотите? Белого или черного? Черного. Женщину или мужчину? Мужчину. Смотри! А, это типа, это муж. Да, это мужик. А че он там стоит-то? Я не знаю, короче. Иди отсюда. Что ты? Иди отсюда! Ну выйди. Так, туда, вперед его. Он нам тоже будет рожать. Он тоже может рожать? Надеюсь, да. У нас теперь не только многоженство, но еще многомужье. Смотри, какой красивый. Так, не изменять мне там, пожалуйста. Так, а что с ним можно делать? Так, процесс. Он что, тоже детей дает? Это странно, да? У нас мужик тоже рожает. Блин, короче, его можно взять с собой, так сказать. Видишь, он сейчас стоит. Если дать ему кофе, то он будет с нами ходить. О, а оно бесконечное? Я не знаю. Ну, по сути, нет. Кофе делается у нас благодаря ведра молока и какао-бобы. У нас нет какао-бобов. Мы в жопе. Мы до сих пор джунгли не нашли, ты понимаешь? Понимаю. Короче, они с нами не походят. Но... А, Антон, вопросик. А куда их девать, если они надоели? Как их убить? Ну, типа, никак. По идее, на них будут нападать монстры. Типа, а они нас будут защищать. А, и они умрут тогда. Да. Можно армию нянек сделать, слышишь? Да, армию. Я вот и думал, но у нас нет какао-бобов, чтобы дать им кофе, чтобы они с нами ходили. Но, стой, тут еще кое-что можно. Может, с помощью этого нужно ходить? Сейчас, секундочку, я кое-что сделаю. Так, сделал. Полиночка, мы давно играем с тобой в Майнкрафт. Мы очень давно с тобой играем это в Майнкрафт. Бублик? Нет, это не бублик. А, послушай меня, женщина. Заварная ватрушка. У тебя очень красивый шлем, поэтому на тебе. Будешь ли ты... У тебя еще... Моей Майнкрафт... Нет, нет у меня больше ничего. Дай мне два кольца. Будешь ли ты моей Майнкрафт женой? Да. Отстань. А куда его надеть можно? Короче, возьми, тыкни по мужику. Будешь ли ты моим рабом? Ты че, офигел? Так годится. Что за? Он по мне стреляет! Блин! Ля ты чертила! Он реально стрелы кидает в меня. Да он задолбал, отцепись. Так, я не могу жить с ним. Да он все равно идет за мной. Да ты, блин, это как называется? Бей его, давай. Да он за мной как терминатор идет до сих пор. Киборг-убийца. А зачем ты меня бьешь? Это крокодил какой-то, я тебе просто по приколу дам. Орил, смотри, он такой. Сейчас я тебя убью. А че он себе вообще позволяет? Он что, тонет, а что ли? Стоп, он реально утонул? Или просто хайпит на своей смерти? Он тонет, он не всплывает, он там. А я его вижу, может он все, больше не будет меня пинать? Он меня больше не пинает, но он живет на дне. У меня куда-то делся второе кольцо куда-то делось. Ты ему два отдала. А почему она исчезла? Потому что ты ему два отдала. У меня вроде было одно. У тебя было два. Ну, мне, по-моему, осталось одно, потом оно исчезло. Я сейчас попробую этой женщине, будешь ли ты моим рабом? Все, я ему отдал. А что она меня-то бьет теперь? Не знаю, но мне нравится. А теперь она ты... ревнует? Она ревнует меня. Да. Она меня ударила случайно. А где мой муж? Он на дне там. Они сейчас будут драться? Ты что здесь? Давай, всплывай отсюда. По идее, она не всплывет. А не, она всплывет, тебе хана. А почему мой-то там сидит? Не знаю, пойдем спать. Мне очень жалко, что тебя тоже избивают, но ничего не поделать. Да, ревность... очень жалко. Ревность очень. Она такая. Смотри, они друг с другом дерутся, или мне кажется? Смотри, твой пуляется да. В мою. Смотри, сколько они стрел просто это делают. Сколько стрел, капец. Мне кажется, их нельзя подбирать. Вот было бы круто, если бы можно. Ай, ребят, я надеюсь, я наконец-то перестану
вам напоминать, что 80 тысяч пальцев вверх, выходит новая серия Майнкрафта. Так что ставьте пальчики вверх, быстрее выйдет новая серия. А то я задолбался вам напоминать, если честно. Смотри, они дураки, они в друг друга пуляются. А где, ой, где баба? А вон она. Ты утонул? Я дурак. Это у нас армия тупая тогда будет, если мы ее заведем. А можно мне нового мужа? Так, а я? Ну... Как тебе сказать? Я хочу черного. Слушай, я знаю, как убить их. Взорвать нахрен. Не-не-не, есть покруче. Ты хочешь их в ад отправить? Ты хочешь их засыпать? Да, их нужно засыпать, короче. Я думаю, таким образом они умрут. Так, сейчас попробуем. Давай сначала мою убьем. О, давай. Так, делаем оп. Она просто сдвинулась. Они не могут утонуть. О, она двигаться начала. Я его закопала. Давай-давай, пока он не вылез. Блин, а твоего жалко прям. О, ты его убиваешь. А моя пытается его спасти, что ли? Она просто смотрит на него, смотри, типа. А, лох. Блин, реально прям насмехается над ним. Попкорна? Давай. Он сдох. Так, ты следующий. Оп, раз, оп, два. Прости, пожалуйста, золото. Все, чао, какао, пойдем. Обидно то, что мы на них потратили золото и алмазы. Они просто тупые, Антон. Ну, реально тупые. Почему они утонули и не идут? Короче, у нас есть еще дети. А вот дети, это немного другая тема. У нас сейчас реально будут дети. Так, нам нужно сделать загон для детей. Загон? Вы в подвале, там, где тюрьма. Погнали! Мы такие отвратительные родители с тобой. Нет. Нормальные. А, давай детей вот здесь поселим. Смотри, уголок такой. Берем для начала вот это вот, ребятка. Смотри, какое пусенькое такое. На твоего этого хахаля похоже. И еще одна такая пусенькая. Это и наши с ним такая дети. Смотри, у нас детский садик в подвале. Слушай, а YouTube не заблокирует тебя за это? Надеюсь, нет. Смотри, какие пусеньки такие, ути-пути. Так, это же этот, Неверленд. Обещанный Неверленд. Да, точно, я мама. Я тоже. Как ты думаешь, как их нужно вырастить? С помощью чего? Молока, наверное, бутылочки с молоком. Нет, 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 ты сейчас офигеешь. Нам нужны ведра. Вау, чтобы их топить. О, ты сейчас первый раз такое сделаешь, боже. О, у нас, кстати, есть тропическая рыба в ведре. Я покупал у этого, у торговца. Можно сделать рыбку. Блин, тебя тут ждет ведрышко на улице. Пойдем к коровам. Ну, молоко нужно собирать, правильно? Да, да, да. Ты хотя бы хоть раз собирала молоко с коров? Нет, я собрала. Короче, это ведро вообще помогает убрать от эффектов тебя. Ты, короче, берешь, пьешь ведро с молоком, и с тебя все эффекты снимаются. Круто. Очень крутая штука. А что, это нужно поить детей сейчас молоком? Не-не, ты куда в подвал вернись, женщина? Я думала, мы уже все. Не-не, теперь нужно сделать тортик. Благодаря тортику они будут поить. Тортик? Да, да, да. Им нужно сделать тортик, специальный при том тортик. Типа день рождения, да? Да, да, назови, введи справа birthday. А, кексик. Да-да-да, такой маленький кексик, типа один год ему, да. Теперь нам нужен сахар. Оп, потом вроде бы. Ты не помнишь рецепт, я уже забыл. Я сделала. Ты получила достижение Happy Birthday. Happy Birthday to me. Я тоже сделал. Так, хопа, и у меня достижение Happy Birthday. Это куличик на Пасху какой-то. Да, мне тоже, кстати, напоминает. Это очень странная такая штука. Кстати, у нас открылась новая ветвь ачивок. То есть у нас теперь модовая ачивка специальная. То есть вот, мы сделали тортик. Следующее это сделай бутылочку с молоком. Мне кажется, она тоже нужна. Бутылочку молока можно сделать благодаря стеклу, короче. Типа нужна стеклянная панель. И молоко. Давай, пойдем сделаем. Может, они тоже вырастут с помощью бутылочки с молоком? Я не знаю, кстати, я не узнавал. Нужно сейчас попробовать. Зачем им молоко тогда? Бери молоко, погнали. Нужна стеклянная панель, любая. У нас где-то были панели еще с наших построек. Вот тут, вот тут. Смотри, одна панель и одна бутылка ведра. Одно ведро с молоком. Ой, я сделала. Хочешь, я тебе молоком покормлю? Не понял. Что? Я тебя, короче, накормил молоком. Из тебя дети дропаются. Где? Вот у меня дети, смотри, вот в руке. Да, в смысле? Ты мне родила сына черного. А где мое молоко? А твое где? Я не, оно пропало. В инвентаре, может? Нету. Я сделала бутылочку, и оно пропало, когда ты меня покормил. Я не знаю, понятно, это странно. На тебе. Смотри, какая соска. Ты про меня? Пойдем кормить наших детей. Ребята, к вам родные пришли. Вы приемныши, а это вот наши родные, смотри. Кого ты покормил уже? Я буду вот я этого. Никого не кормил еще. Попробуй соской, не кормятся. Слышишь, не подходит почему-то. Может, это не для них, а для нас? Ну да, себе вот дети получается. Эй, да ты опять мою соску забрал, это ты ее забираешь. Я тебе ничего не забирал. Сейчас меня покормил опять, да? Не, не кормил ничего. Ты кормил меня. Прости, пожалуйста. Ты забрал у меня соску, дай мне сюда. Ладно, ну. Короче, бери тортик, тортик возьми. Ты мне тоже родил ребенка, кстати. Я что-то не знал. Берем правой кнопкой на них. Не молоком, да, тортиком, давай. Я хочу мальчика. Так они все мальчики, нет? А. Нет, розовые девочки, мальчика, давай, корми. Ну ладно, давай, а я девочку буду кормить, все, давай. Так, раз, два,
3. А-а-а! А мне дает выбрать, типа, цвет волос? Нет! Нет, 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 нет! А, все, вышли. Смотри, какая жопка! Боже, какие они уроды! А я ничего не выбирала, почему мальчикам нельзя выбирать? Не знаю. А почему они такие уродцы? Твои, потому что. И твои тоже. Они реально какие-то уродцы, смотри. Давай их еще кормить, может, надо. А, у тебя тортика больше нет. А, попробуй соской покормить. А я покормила. И че, че вышло? Ничего, пропало молоко. А тебе ачивку дали, нет? Нет. А в чем смысл тогда? Пропало молоко, просто я его сожрала и все. А можно на руки взять-то? О, смотри. О, смотри, наши дети у нас в руках. Баю, баюшки, баю, не ложись ты на краю. Придет пушистенький волчок и укусит. Зоботчик. У меня голова тошнит. Кыш. Пойдем еще сделаем. А что они такие огромные? Я не знаю, на самом деле страшно. Как их вырастить еще? Быстрее, выйди, выйди, выйди! Да они в углу сидят. Как их вырастить до максималки? Нужно еще тортики сделать. А, ну го. Делай, короче, ведра молока. Нужно сделать как можно больше ведер. Ну, чтобы 300 раз не бегать коровам. Кексов, нормально? Да, погнали, поехали, поехали, дети ждут, голодные, у нас дети голодные, не кормленные, поехали, поехали. Кормильцы идут, прикинь, они будут неблагодарны еще, мы их кормили, растили. Да. Все, я кормлю, я кормлю. Давай, давай. А-а-а, умирает, а почему он такой взрослый? Блин, а что ты наделала? Надо быстрее, 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 сейчас умрет. Он застрял в этих детях, он застрял в детях. О, смотри, красавчик. Какой, да, уже, но тоже лупоглазненький какой-то, стрёмненький. Может, их надо в другое просто помещение переложить? А то они тут застреют. Переходите в другое помещение. Это следующий левел ап. О, давай, смотри, он за тобой идет. Смотри, давай. А девочка красавица, смотри, какая красивая. Она такая шустрая, ты заметил? Да, давай их же, давай их же. Это как-никак родные. А у них есть конфетка, смотри, и тоже этот инвентарь. Ой, их можно конфеткой. Так, сахар, сахар, сахар. Смотри, я сделал две конфетки. Ставим конфетку, и что это значит? Я им дал конфетку? Ты кому дал конфетку? Мальчику, а девочке тоже дай. А что ты сделала? Сердечки показались. Я конфетку отдала. Я вот тоже даю, мне ничего. Правой, правой дай. Он не жрет мои конфеты. Ты его бьешь. Ну-ка, девочке даю конфету. А у меня не работает. Они твои дети, потому что ты их растила. Ты только можешь дать им. Ну-ка, положи. А попробуй тортик еще дать. А может это максимальный их, типа, этот вообще возраст? Типа, они больше не вырастут. Может быть, я не могу большим. Пойдем тогда других растить. Главное всех вырастить. Закрой их. Да нормально, нормально, не выбегут. Давай еще, еще, еще. Давай. У нас такая же только темненькая девочка. Красотка. А мне кажется, ли это побольше стало? А, не, не, а, не, одинаково, одинаково. Давай дальше растить. О, близнецы. У нас близнецы. Надо сделать белого еще. У меня закончились тортики. Пойдем, короче, еще тортики делать. Всех вырастим. У нас будет целая армия детей. А потом мы их куда-то продадим, скормим, и у нас будут деньги. Делай тортики. Давай, 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 давай. Тут какой-то крафт есть интересный. Так, что я сделал? Стоп, Полин, Полин. Что ты сделал? Смотри, часы. Вау, прикольно. Это надо детям повесить, чтобы типа... Да-да-да, чтобы они знали, когда голодать. Погнали. Можно в тюрьме подцепить часы, смотри, вот так вот типа. Оп. Да, время жрать. Давай, корми, корми, корми. Я хочу белого парня сделать. Фига ты наглая. Блонд, браун, рандом. Я хочу блонд. Блондинчика. О, опять умирает, дурак. Дурак, дурак. Во, какой красавец. Реально блондинчик. Кучерявый весь в батю. Так, ну-ка корми. Блонд или блонд? Блонд. Корми еще, корми, у тебя. Да нет, у меня в руке больше кекс. Мне показывают, кекс у тебя в руке. О, о, блондинчик такой тоже. О, тибоди, какая кросичка у нас. Иди, иди к братьям. А почему рыжих нельзя? Кстати, несправедливость. Дальше корми. У тебя еще там кексы черненькие. Все, тогда больше нету, да? Нету больше? Больше нет. Так, надо всех вырастить, тут чуть-чуть осталось. Интересно, у нас родительские права отберут или нет? В реальной жизни. А, тут ребенок, Антон, ребенок на улице. А что он здесь делает, я не понял. Я не знаю. Ты что, вылез? Он какой-то серый, он у нас больной. А это наш? А это наш ребенок вообще? Может, это чей-то? А чей? Может, чей? А вдруг подкинули? Да нет. Что за фигня? Полин, у нас торговец пропал. Мне писали в комментариях, что торговца нужно, короче, биркой как-то назвать, чтобы он не пропал. А он пропал. Какой торговец? Наш, который вверху... Священник, да, нужен который... торговец. Ну, торговец, который этот, который кальянчик. Он пропал. Это священник был. Он пропал. Какая разница, он пропал. Сочувствую. А я уже ему имя хотел дать. Роберт. Роберт кальянчик. Ну, нового сделаем Роберта. Блин. Залетай. Капец, там реально уже детский дом какой-то. Давай заставим их тиктоки снимать. А! Нет, 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 уйди. Уйди! А, Антон, быстрее ставь! Черт!
чертила, чертила, вы куда выбежали? Там разбойники, а ну домой, Маш, домой. О, смотри, я его на руки взял. Ой, открой дверь, я ему жопу почему-то целую. Открой, я его на руки беру, и, короче, у меня сердечки какие-то появляются. Смотри, дети на руках. Давай мальчики в одну, девочки в другую. А может, они нам просто сделают еще новых мальчиков-девочек? Не, закрой стену, они еще маленькие. Прикинь, они прям четко поделились сейчас. Че так много мальчиков у нас? Че с ними теперь делать? Может, реально в детдом? Ну, у нас тут свой детдом. Они вообще, короче, в чем прикол их? Они могут тебя защищать, если на тебя кто-то будет нападать. Ну, они, короче, решили сейчас тебя не защищать. А попробуй меня ударить. Они реально на меня нападать начали. Антон, беги. А, черти, отцепитесь. Один за тобой убежал. А это мой, потому что это же мой. Да, это мой ребенок, он выбежал. Правильно, я бы так же сделал. Все, ты будешь девочками жить. Типа, ты слышь, и тут стоят возле двери, слышь. Так, мой будет с девчонками расти, потому что твои... А чё твои тоже нападают, я не понял? Ля, вы падла! Антон, зачем мы все испортили? Я не знаю, Полина! Меня сейчас убьют! Девочка, отцепись! Девочка, нет у меня никаких конфет! Она за мной идет. Ля, какая Антон, падла. Антон, мы все испортили, мы испортили детей наших. Она в меня камнями швыряется. Камнями? Ну, стрелами. Меня убила маленькая девочка с белыми волосами. Chill girl brown hair. Все, они не нападают, нужно их быстрее перетащить домой. Но тут девочка одна гуляет. Девочка одной гулять нельзя среди разбойников. Она к ним к разбойникам хочет, ты че, дурочка? Полин, спаси девочку, пожалуйста, спаси. Забери ее к девочкам. Извините, дети, но вы посидите в тюрьме, потому что вы какие-то опасные. Вы меня только что убили. У меня еще 2 кекса осталось, будешь? А что это за штука? Так, что это за штука? Я сделал какую-то штуку из этого мода. О! Это горшок! Смотри, горшки. Пошли. Сделаем горшки. Пошли. Они будут туда срать, типа? По идее, да. Тут еще кое-что можно сделать им. Я полотенце им сделал, смотри. Капец, крутой коврик. Так, забирай себе. Что еще здесь можно сделать? Смотри, что я сделал. Вау, это кубик Рубика? Это мячик. А. Смотри, что я сейчас сделал, Полин. Ты сейчас офигеешь. Смотри, смотри, смотри. О! Кукольный домик! Интересно, они будут в него играть или просто стоять будут? Мне интересно тоже. Scholarship. Что это? Книга плюс бумага. Их в школу можно отправить, насколько я понимаю. Слышишь, что я сделал? Посмотри, пожалуйста. О! Scholarship. Может, их можно так это выращивать как-то, типа, чтобы они взрослее были или что? Я не знаю. Ну-ка, пошли попробуем. Может, реально их прям вырастить можно, прям вот как мы, типа, убили. Это студентов, да. Типа. Ну-ка, давай. Давай девочек. Девочки должны быть умными. А-а-а! Выбежала! Ну, значит, будешь необразованный, все. Так, вот вам горшок. Ну, давайте, ну, сыте. Вот так. Чтобы друг напротив друга смотрели. Попробуй сейчас выучить одного. Что случилось? Все. Ты в школу отправила? Да, она исчезла. Блондинка исчезла, не знаю. Она в школе, наверное. Ну-ка, девочка. Тоже исчез. А, так вот как от детей избавляются, вообще взрослые, типа. Так, ты учиться, ты учиться. Ты учиться, ты учиться. Блин, у нас остались только необразованные. Давай их вместе пускай спариваются. Давай. Беременна в 16. Необразованные спариваются, давай. Беременна в 16, чек. Сейчас им игрушек накидаем. Боже, какая хорошая детская. Пускай даже в тюрьме, но какая красивая. Короче, дети, вернемся в следующей серии, чтобы были еще дети, и мы сняли беременна в 16. Поняли? Договорились? Он-то дурак. Все нормально, я с ними договорился. У нас в следующей серии контент будет. В общем, ребят, на этом все. Спасибо большое, то, что смотрели этот ролик. А с вами был Милскейл. Ставьте обязательно пальчик вверх. Подписывайтесь на канал Полины. Всем пока. Пока-пока. Пока.